На главной арене «Триумфа» состоялся фестиваль дзюдо. За звание чемпиона в 8 возрастных категориях боролись спортсмены из Москвы и Подмосковья, Брянской, Орловской и Воронежской областей. За поединками наблюдали и мы. Чтобы определить сильнейших борцов, фестиваль проводили в 3 этапа. Заключительный прошел в Люберцах. Дзюдоистам предстояло несколько раз выйти на татами, доказывая мастерство. Поединок был очень легкий мне. Я разорвал всех. Мне дзюдо нравится, что я много занимаюсь. У меня много наград, я люблю награды получать. Левую руку вниз! Левую руку! От работы тренера во многом зависит успех спортсмена. Если во время схватки он сумел применить навыки и выполнить установку наставника, результат не заставит себя ждать. Как будто сам борюсь, уже пошел третий отрезок соревнований, эмоции на пределе. Только что просто мой ученик выиграл победителя прошлого этапа, поэтому это для меня большая победа, что сейчас мы могли ему дать реванш, потому что в прошлый раз мы ему проиграли. На большие победы спортсменов вдохновляет желание стать чемпионом. Тимур Давудов боролся изо всех сил, но соперник оказался ловчее. Совершил ошибку и упал на вазаре. Время вышло, и я не успела его бросить. Это первая награда под дзюдо. Я занимался ММА очень много чем. Даже и вольной борьбой, и грэпплингом. У меня всего вообще 19 первых мест. Это не только, да, что ты стал чемпионом, это саморазвитие у тебя идет. Коммуникация с людьми, когда ты функционируешь в группе, на соревнованиях, проезжаешь какие-то новые места, у тебя расширяется кругозор. Поэтому я считаю, дзюдо абсолютно точно нужно заниматься, да и вообще любым видом спорта нужно заниматься с малых лет. За победой на фестиваль дзюдо приехали более 300 спортсменов. Городской округ Люберцы представили 25 человек. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.